называется гора Асмодея. То есть вот это пласты земли переворачивались. Вот это основная наша цель. Заезжаем в сам Махтеш. На юге Израиля это Махтеш Катан, или самый маленький кратер. Это ворота Асмодея. Через эти ворота мы попадаем как раз вниз этого кратера, по кругу как раз этот кратер. А вот это тамарис, который посадил Авраам, действительно то, что растет здесь.